Ну что, расскажи, как все было? Ну, отправил резюме, пришел собеседование, позвонили, вышел на работу. А зачем? Ну, чего, отправил резюме, позвонили, вышел. Ну так а зачем отправил резюме-то? Молодой. Поработать хотел. Получается, что так? Так ты ж работал у нас, кажется, не так давно, на отеле на Маяковского. Да-да, ночная смена. Ну и что, мысли какие по этому поводу? Уверен. Минимум, как на 5 лет. Это грустно или весело? Это печально. Ну все, ну спасибо тебе.